Михайлович, мы все-таки за прошлый год с вами еще вместе несем ответственность за получение паспорта готовности, это признаем. Поэтому мы как-то больше, наверное, на муниципальное котельное, да, предприятие обратили внимание немножко. Поэтому вот у меня такой вопрос. Конечно, сумма больше выделена на то, чтобы на неотложные нужды. Какова вероятность в этом году получения паспорта и та задолженность, которую вы озвучили, да, получается, то есть не все средства, которые выпадающие доходы, шли на погашение энергосбыта? Выпадающие в полном объеме гасятся, соответственно, на июль мы запросили всю сумму, которая планировалась до конца года для погашения полностью. Соответственно, у нас по прошлому году, помимо задолженности за электроэнергию, были задолженности, серьезные задолженности по угольной энергии и перед РЖД. В настоящий момент все эти задолженности полностью погашены. А что касается вопроса по подготовке, все предписания, которые были выданы в отношении наших предприятий, они устранены полностью, включая те, которые были с сроком устранения на 2022 год. Соответственно, плана проверок Енисейского управления Ростехнадзора в настоящий момент разработанного еще нет. И по вопросам будет не вот, потому что в настоящий момент, согласно постановлению правительства, у них на них наложен мораторий. Но у нас в настоящий момент, пока Залназаровская перед прокуратурой не закрыла вопрос по 45 предписаниям, оставалось там при реализации на 1 июня 13 предписаний, у нас вопрос остается открытый. Для того, чтобы у нас все работы по исполнению предписаний Степановского сельского совета Залназаровского проходило в штатном режиме. Мы постоянно контактируем в трехстороннем режиме с министром жилищно-коммунального хозяйства, решаем вопрос по перспективной строительству котельной в поселке Степной. Соответственно, ориентировочно на 5-6 июля запланировано трехстороннее совещание по этому поводу, включая Залназаровского. История, из-за чего не получился этот паспорт, это были какие-то предписания вот зал Назаровского. 45 предписаний в отношении прокуратуры Назаровской межрайонной прокуратуры, соответственно, ну, по нашей позиции, она не относилась к объекту оценки готовности изначально, то есть прокуратура свои данные дала в этом отношении немного позже, это сентябрь 2021 года, и оно косвенно, естественно, косвенным образом коснулось не получение паспорта. Но вас палец этот аспект не стали. В итоге сейчас вы видите, что эти предписания будут закрыты? Ну, Залназаровская отчиталась, что эти предписания они выполнили в полном объеме. После отчета прокуратуры будет дальнейшее решение. Если прокуратура этот вопрос закрывает, в таком случае у Енисейского управления Ростехнадзора не будет оснований не выдать паспорт готовности на следующий период. То есть мы готовимся быть с паспортом? Конечно, спасибо.